Уже интересно, вот эта экскурсия. Да, да. Ты что, реально хочешь попробовать эти? Не знаю. Просто советов такой. Да нет, это небольшой. Да прогреет, наверное. Я что, это с размером или это так? Да нет, это так, это так. Это не автожир, короче. Вот это, Костян, мы вчера попили водки, да, уже? И уже тут, короче, уже из завода вертолет, ни хрена себе. Можно же только полимерный аккумулятор. Да, отлично. Легкий, для вертолета тоже. Да, да. Пошел. Вот Серега, оно проходит между этими лопатами. А мы не зацепимся? Я понимаю. Смотри. Фу! Да ты понял, как? Оно такое ощущение, что оно между этими проходит, короче. Ух ты, ё! Да-да-да-да-да. Кирилл, как ты здесь? Это что-то стало? Да-да-да-да-да. Я это могу сказать. Проходит, что пулемет разработан, знаешь, пулемет. Да-да-да. Пулемет, опа, понятно, всё, понятно. А что так? Что нужно здесь, да? Здесь надо вбивать, он сейчас сам улетит. Да-да. Автомат тоже нам поставил. Да нихера, вот это прикол. Предлагается типа дальше. Нет, а там все нормально настроено. Да точно нормально, оно с нашим. Я в это верю. Вот я там это верю от тебя мотив. Вчера сидели просто бухали водку, а сегодня уже вертолет заводим. На ремнях от комбайна. На ремнях от комбайна. Ой-ой-ой, что случилось? Да. Просто неизвестно, когда последний раз эта техника заводилась, короче. Не, это не страшно. Аккуратно. Вот это такая. Не, ну это стрёмно. Это похоже. Лей, походят. А чего его боятся? Я бы уже под ползком подполз. Кто его знает, куда в сторону? Они там все. Эффект присутствует. Эффект генерала. Головы! Это, а то... А трек вибрирует, лопасть только. Вибрация. Головы! Кого-то три зубки. Да ты посмотри, как оно над головой. Да вы что гоните? Головы прячьте, блин. А то я потом завтра... А то я завтра потом это видео, короче, на YouTube его на очах покажу. Кириллыч, отходьте. Отходите. Ты посмотри, гадкая машина. Бля, уже, бля, Рома, видишь? А что это такое? Да, я так просто бомба, я говорю. Да я сам в шоке. Он сказал, это от комбайна вот это имеется? Нет, эти ремни от комбайна. Наши техника. Они Вот я сейчас пропечу, я подумал. Знаешь, Саня, выключи камеру. Да, я знаю, да. Ну, волк идет по лесу. А, не смели здесь, не важно. Идет по лесу. И... А, ну-ка. Да ни хрена себе, вот это прикол. Thank you.
охренеть, вообще бомба! 79-го года! 79-го года техника, я в шоке. Низко пошел. Я хочу... Пошите. Обалдеть, ты что, я в шоке. Обалдеть, удивительное рядом, я в шоке. Да. Охренеть. Ведь ветер боковой. Без всякой электронной стабилизации. Руками 23 февраля, это лучший праздник. Вот, я в шоке. Я просто, ну, молодец, я это вывез. Смотри, как висит ровненько. Да, автомат перекоса и шаг-шаг. Вот такую тему надо замутить, и мне больше ничего не надо. А вы что, понимаете, а? Да, конечно, просто сейчас нету. Он сейчас же идет практически на подушке на этой, которая... Ну, ну да. Вот это лучший, все. Лучший отдых, я думаю. Лучший, Саня, это лучший 23 февраля в моей жизни. Я тебе говорю, это просто кайф. Ну ветер боковой, короче, ну хорошо. Понятно. Не, ну Костян, нам нужна, короче, стабилизационная тема по-любому, короче, нужно прогрессировать. А это технологии просто 79-го года. Так летает, летает, Саня, летает. Я не верил, что летит. Просто бомба! Блин, вообще, охренеть! Да. Вот это? Что ты, Костянчик, да? Вот я реально, да. Это просто класс. Это что-то. А я тебе залетел в этот ангар. Да, да. Да, там два идет, два идет. Да. Это русская шага. Ты даешь обороты двигателя, то есть 8 двигателя и трансфер. А это уже автомобиль рекорд. О, вот, да, даже в американской Батина машина, батина машина! Стойте! Не-не-не-не-не-не-не-не-не! Только не папин вот! Ветер, он создает ветру. Стой! Что ты делаешь? Так, осталось еще три вертолета испытать. Да, по-моему, да?